Годовщину вывода советских войск из Афганистана отмечают в музеях республики. Так, в Национальном музее имени Евсеева состоялась встреча с участниками боевых действий в Афганистане. Участники военных действий в Афганистане – это поколение, воспитанное на примерах отцов и дедов, прошедших Великую Отечественную войну. Присяга и честь для них не просто слова. Служба проходила нормально, никаких предчувствий, ничего не было. Как нужно было, так и служили. Вот. Нас, ну, как бы сказать, наверное, наше правительство дало команду, чтобы нас подготовить к этому. Поэтому были полковые учения, выброска десанта, боевой техники, марш-броски 40-километровые. Вот. Знать мы, конечно, не знали, для чего это нас готовят. Но так получилось, что в декабре подняли по тревоге и пришлось на самолетах пересечь границу Афганистана. Стояли мы в крепости, поэтому каждой роте была поставлена задача охранять объекты стратегические. Наша эта задача, мы туда вступили не воевать, а охранять стратегические объекты. И каждой роте была поставлена задача, в том числе и нашей, 9-й роте, вот, охранять их разведку. Потом пришлось охранять наших преподавателей политехнического института кабульского, но также выходить на боевые задания. Встречи с молодежью, чтобы знали о подвигах земляков, пройдут на многих музейных площадках города. В Национальной художественной галерее уже открылась выставка работ народного художника России Александра Бакулевского «Черная акварель войны». Кстати, на нее вход для всех свободный. В Музее истории города экспозиция, о которой прямо сейчас еженедельная афиша.